Тело сына искала во всех моргах страны. Сегодня меня не волнует ни Карабах, ни судьба самой Армении. Власти хотят, чтобы мы успокоились и не говорили о своей боли. Только потому, что заплатили нам 10 миллионов драмов. Что они для нас до сих пор сделали? Ничего. Могут ли они вернуть моего сына? Утешить мою боль? Конечно, нет. Сегодня каждый из них спокойно сидит в своем бункере. А ведь 2 года назад именно они кричали, что хотят начать войну. Всех звали воевать. Говорили: приходите, приходите. Нам нужно воевать и победить. А где они сейчас? Почему никто из них не приходит сюда и не говорит нам, что мы тогда правильно поступили? Почему они не приходят сюда и не говорят, что уничтожили наших детей? Я работала в 3 местах, чтобы вырастить сына, а они убили его.